Послушным мальчикам дарит гешефт. Апрель. 15. 2015-2020. Национальный банк 15 апреля предоставил Приватбанку очередной стабилизационный кредит на общую сумму 1,22 миллиарда гривен. Беня продемонстрировал покладистость американскому послу. Ему позволили дальше обчищать Украину. Вот к чему мир, дружба, жвачка приводят. А ведь могли и подраться с Порошенко. Хотя будущее такое многовариантное, а украинские олигархи такие жадные и мстительные. Беня имеет маленький гешефт и Украину. Петя имеет кресло президента и Украину. Посол США имеет Украину. Всем хорошо. Даже сведомым украинцам нравится. Leave a comment, read comments. Один.